Одесские паралимпийцы выиграли 14 медалей на Кубке мира по пулевой стрельбе в Объединенных Арабских Эмиратах. Наши стрелки побеждали в различных упражнениях. Стрельба из пневматической и мелкокалиберной винтовки, из пистолета, причем из разных позиций, стоя, сидя и лежа. На счету Андрея Дорошенко 2 золота и 2 серебра. Василий Ковальчук выиграл личное первое место и дважды стал вторым в команде. Ольга Ковальчук стала чемпионкой в команде. Юрий Стоев стал вторым и третьим в команде. 2 командных золота у Ирины Щи. А Юрий Митрофанов привез 2 серебра в команде. Всего сборной Украины 15 наград. Нас опередили только китайцы, у которых на 2 медали больше.